Друзья, привет! Мы на пляжном поиске. Выехали на водоемчик. Взял скуп. Попробуем поискать. Искать будем металлоискателем Equinox 800. Я к нему уже почти привык. Но опять же, ключевое слово почти, потому что к любому прибору нужно привыкать не один день. Так, опускаю катушку, проверяю сразу затяжку всех и наушников и катушки. Я всегда опускаю катушку под воду и включаю. Ну, правильно, неправильно, хуже от этого не будет. Я так привык, так делаю. Все, программа Поле 2. Ссылочку, кстати, где я его покупал, оставлю под этим видео. Брал в официальном магазине, здесь в Украине, с официальной гарантией в 3 года. Ничего не делал, не перерабатывал. Кому интересно, переходите, смотрите, спрашивайте. В общем, пойдемте зайдем, поищем. Первый сигнал, десяточка. Ну, какой-то он сбивчивый. Ну, давайте посмотрим. Не, не выкопал. А, уже и поменялся. ВДИ цифры. Ну, давайте сейчас выкопаю, покажу. Ракушка. О! Вот оно что было. Смотрите. Ну, давненько лежит. Закол или брошка. Ой-ой-ой, она уже заросла. Глубоко была, поэтому долго копал. Ну все. Первая находка в копилку. Продолжаем. Всегда, когда уже перед погружением блока в воду, я вот так делаю. Немножко его остудить. Все-таки температура воды ниже, чем температура воздуха. Поэтому он немножко должен привыкнуть, и чтобы не было для него ударом и не протек. Все, теперь смело можно опускать воду. Сигнал у нас, и опять так непонятно, 12, 14, 11, 16. Катушка большая, по семичам мне непривычно. Поэтому и получается рою 2, 3, а то и больше раз. Доброе утро. Доброе. Рыбу и... Раков. Конечно. Всяко разно бывает. Ну, здесь уже не ракушка, монета. Здесь уже немножко приятнее. 50 копеек. Немного приятнее копать. Так что походим вот здесь, вот в этом райончике. Пойдем туда дальше сходим. Походу свинец. Да, грузик свинцовый. Продолжаем. Взяли. Вот такой, когда грунт, очень тяжело, конечно, искать. Теряется 25 копеек. Теряется в скорости, теряется в быстроте поиска. Ну, что поделаешь. Монета 25 копеек. Уже у нас в Украине она не ходит.
Не ходячка. Пойдемте дальше. Вот, взяли. Вот эти места, которые на скубе остаются, здесь глина тоже нужна в скуб. Потом, о, видите, потому что может быть и там гривна давно лежит. Одна гривна Украины. Берем и идем дальше. Да, сюда нужно, наверное, все-таки катушку меньшего диаметра. Хотя это большая, захват большой. С этой стороны хорошо. Ну вот взяли. С этой стороны хорошо, а искать не совсем комфортно. В том плане, что не знаешь, где именно цель лежит. Где именно ставить скуб. В мече это дело было попроще, там катушка меньше. И другое целеуказание, там на мече было в самом начале катушки сигнала. Здесь по центру 25 копеек, походу, убитые. Да. А здесь немножко в другом. Другой план целеуказания. Вот все пищит. Еще один сигнал рядышком. Это уже пока. Ну, я еще особо, если честно, даже не... Вот о чем и говорится, что нужно к приборчику привыкать, долго ходить. Я еще не могу привыкнуть. Вот, не взял. Не могу привыкнуть, где ставить скуб. Ну да ладно. То дело наживное. Главное, старание и желание. Сейчас достанем. Опа. Ну, вроде как взяли. Сейчас будем смотреть. Ракушку вижу, а больше ничего. Да нет, не взяли. Это камень. А может, камень звенит? Бывает такое. Сейчас проверим. Наверное, камень звенел. Бывают такие горящие камни, знаете. Ну, нет сигнала. А может, перевернулся. Ладно. Давайте камень возьмем. Метеорит, по-любому. Продолжаем. О! Какая чистая монета. 25 копеек, смотрите. Удивительно. Ну вот так, монета монете бывает. Одна убитую достаешь, а одна чистая. Ну я удивлен, потому что 25 копеек у нас просто не ходят уже около года. И ее, по крайней мере, если потеряли, то потеряли давно. А может, выбросили недавно. Ну, в общем, это тайна для нас останется. Главное, мы нашли ее. Идем дальше. Так, сейчас поглубже зайду. Посмотрим. У нас вроде в скубе. Ничего, практика. Практика, много у меня практики. Я часто много копаю. Ну, к любому прибору, как я уже сказал, нужно привыкать. Гривна черная. Давно лежит. Пойдемте дальше. И снова у нас сигнальчик. Я, по-моему, увидел, что это. Это язычок от банки, да? А нет, это ракушка. А, монета, ёлка. 50 копеек и тоже в неплохом сохране. 50 копеек Украина. Я, ракушка, я подумал. Взяли. Смотрите. Две монеты сразу. Две монеты. 25 копеек и 50. Ну, это, скорее всего, да. Вот это, что они такие не в убитом состоянии. Это, может, кто-то жменю высыпал, так кучу бросил. И они, в принципе, вот здесь
друг от друга недалеко лежат. 25 и 50 в одном за один раз достал. Сигнала совсем мало, если честно. Ходишь, ходишь, тишина. Ну, походим еще. В любом случае поищем. Покажу вам поиск. Приборчик универсальный, можно с ним и нырять. Ну, как заявляет производитель, до 3 метров это точно. Гарантия 3 года. О, сигнал. Гарантия 3 года, если нет механических повреждений. Как был сигнал и не стало. Ну, значит, что-то черное, что-то грязное. Ну, железо, я имею в виду черный металл. Гарантия от производителя 3 года. Так что я за это не переживаю. Люди ставят боксы, боксируют. Конечно, так, наверное, лучше, надежнее, но... Вот сигнал. Но пропадает гарантия, поэтому я это делать не буду. Сейчас сигнальчик возьмем. Это я делать не буду. И ой, уже глубоко достаточно. Буду искать как есть. С прибором, который стоит больше $1000. Еще начинать что-то лепить сверху. Непонятно мне, взяли, не взяли. Колхозить, короче, я не буду. Гарантия есть. Магазин официальный. Поэтому... ходим как есть. Не, не взял. Сейчас возьмем. Вот непонятно так, то ли по площади большой, то ли ни одна цель, не могу понять. Ну, сейчас будем копать, пока не найдем. Стою на одном месте, я уже не знаю сколько. Вот она. Еле-еле достал. 50 копеек. Да, это бросили, смотрите, опять же. Недавно, не так далеко, давно лежат, не такие черные. Это, скорее всего, кто-то вот так, знаете, взял, выбросил сюда. Так, все, друзья, совсем нет больше сигналов здесь. Ну, секунду. Я побывал, проверить дело святое. Только сказал, нет сигнала. Одну секунду, сейчас возьмем. Сейчас посмотрим, что это у нас здесь. Нет, не взял. Вот неудобство большой катушки в чем. Роешь, роешь. Как обычно, когда мечом копал, ногу поставил, скуп поставил, опа, и досталось здесь. За счет большого объема обхвата катушки непонятно, где лежит цель. Ого. Ого, что это такое? Ой-ой-ой. Я еле поднял. Ну что здесь такое? Сейчас будем смотреть. Камни, наверное, опять. Смотрите, какой булыжник взял. Да неужели он звенит, а? Как и
том случае с тем камушком в самом начале. Горящие камни, походу. Но так я больше ничего не вижу. Хотя в ракушке уже тяжело увидеть, конечно же. Ну, поверьте, опытный глаз видит. Опытный глаз засек бы что-нибудь. А здесь, кроме этого камня, ничего нет. Скорее всего, горячий камень. Ну, сейчас еще раз пересмотрю. Если ничего. А, вот. Горячий камень. Грузик. Свинцовый грузик. Сори, решил на камушек. Груз нашел свинцовый. Ну да, рыбацкий. Так, все, друзья, заканчиваем. Сейчас выхожу на берег. Ну и покажу вам все находки. Сделаем обзорчик. Сигналов нет, сигналов мало. Ну, как говорят у нас на Украине, маємо, те що маємо. Все, пойдемте. Обзор сделаю. Выходим. Ну, главное, душу отвел. Вот защита еще стоит, видите, на катушке. Видно вам? Красного цвета. Слабое место здесь. В эквиноксе вот эти катушки, уши. Ну, как слабое. Тонковатые они. Так что продается вот такая вещица, которая на уши ставится. Тут тоже спрашивайте в магазине, я ссылку оставил. Там тоже такие вещи есть. Оп. Друзья, давайте находочки вам покажу. Без хабарницы был в этот раз, складывал сюда в карман. Ну, в принципе, разницы никакой. Вот они все находки за сегодня. А тяжелый, может, правда метеорит, а? Горячий камень. Да нет, вряд ли такой будет метеорит. Шутка. Грузик свинцовый. Язычок от банки. Один штук сегодня попался. Вот такая убитая брошка. Свинцовый грузик еще один. И монеты. 2 гривны Украина, полтинники, 25 копеек и 25 копеек. Вот это за сегодня такой скромный хабар. Ну, коп на коп не приходится. Вот так как-то. Все, пока. Подписывайтесь, колокольчик нажимайте. Сезон впереди еще основной. Еще много будет путешествий, поисков разных и на разных морях, океанах. Всем пока, здоровья и удачи. До следующего видео. Подпишись вот сюда. На вот это.